Жители Сухово-Дерябихского микрорайона теперь могут любоваться главным символом Нового года прямо из окна. Городская управляющая организация жилищного хозяйства номер 3 решила сделать подарок и установила елку. В последнее время не так часто управляющие компании своими силами организуют праздники для жителей того микрорайона или тех домов, которые они обслуживают. Вот. И это вдвойне, наверное, приятно, что сегодня, в преддверии нового наступающего 2013 года, управляющая компания ЗАО ГУО ЖХ номер 3 и вот ее руководитель Ирина Валерьевна Чижова организовали для жителей Сухово-Дерябихского микрорайона новогоднюю елку. Днем ранее зеленую красавицу высотой более 10 метров привезли из Лежневского района. Процессом установки руководил Дед Мороз. Следил, чтобы елка встала прямо. Сотрудники управляющей компании позаботились и о том, чтобы территория вокруг была расчищена от снега. И ничто не мешало резвиться детворе. Такой подарок жители приняли с благодарностью. Ну, естественно, положительно, как мама, как бабушка, как воспитатель, работающих в детском саду, как житель этого микрорайона. Отлично, молодцы. Огромное спасибо управляющей компании номер 3. Я думаю, от всех жителей. Детям весело. Около «Зеленой красавицы» был организован праздник для малышей. Дети из ближайшего детского сада с удовольствием читали Дедушке Морозу стихи, а взамен получали сладости. Долгожданный Новый год. Рядом с елкой зеленой мы глядим на стрелоход. Жители вспоминают, что около 5 лет назад на этой площадке елку ставили регулярно, но, к сожалению, хорошая предновогодняя традиция прервалась. Эта традиция по каким-то причинам нарушилась, и наша управляющая компания ЗАО ГУО ЖХ 3 решила ее возобновить. Вот, то есть мы установили, украсили для того, чтобы детям было весело. К новогодней елке интерес проявили и взрослые, и дети. Но вот только не все приходили для того, чтобы любоваться зеленой красавицей. Накануне вечером подростки попытались снять мишуру. Но, к счастью, благодаря бдительности местных жителей, хулиганов удалось остановить. Любовь Почерникова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.